смотрим. Вы, наверное, забыли, что нам назначили нового директора? Так вот, буквально через 3 часа он прилетает. Михаил. А вы к нам надолго? Не знаю пока. Я вот слышал, что в акватории резко сократилась численность дельфинов. Это нас очень тревожит. Я дочь Марьяна Савича Белобородько, и мой отец рыбак с 30-летним стажем, и браконьером он никогда не был, так что пошел отсюда. Кстати, где твоя морячка? Все, наигралась? Подожди, он тебе что, предложение сделал? Если ты меня не любишь, скажи об этом сейчас. Люблю.